Привет, дорогие друзья! В этом видео вы узнаете, когда выйдет 8-я серия турецкого сериала «Любовь на крыше». И вкратце я вам расскажу, что же будет в 7-й серии. 8-я серия выйдет на экраны Турции 27 августа. Ну а на русских экранах вы сможете увидеть ее через несколько дней. Напомню, в 7-й серии турецкого сериала «Любовь на крыше» мы увидим, что Атеш стал умолять Айшен о том, чтобы она не уходила от него. Он говорит красивыми фразами о своих чувствах к Айшен и о том, что не представляет без возлюбленной своей жизни. Атеш просит не прятать от него глаз, так как для него это самое прекрасное место. Айшен очень сильно переживает и не знает, что ей делать со своими чувствами по отношению к Атешу. При этом она прекрасно понимает, что они не смогут быть вместе, и это запретная любовь. Ясмин очень сильно страдает от того, что они уже долгое время врут своим близким вместе с Атешем. Она испытывает сильные чувства к Демиру, и он готов ответить взаимностью. Только ложь связала Ясмин по рукам и ногам. Казалось бы, из этого положения выхода уже никогда не найти. Ясмин чувствует себя привязанной, ведь она даже не может поговорить с тем, с кем ей так хочется. Тем более видеть она не может того, к кому так тянется сердце и душа. Демир хочет знать, легко ли получается у Ясмин сдержать свою любовь. Сама же Ясмин не знает, что ответить на это, и она видит лишь один выход из данной ситуации. Нужно просто уйти. Демир просит Ясмин остаться рядом с ним, а Атеш признается Айшен в любви. Не забывайте ставить палец вверх, подписываться на наш канал, а также писать комментарии. Ведь они для нас очень важны. До скорой встречи, хорошего вам просмотра!